делать добро – не талант, а призвание. Каждый так может, найти бы желание. В нашей команде певцы и актеры, но в первую очередь все волонтеры. Много проектов, но дело не в этом. Нет смысла держать это все под секретом. Нам важно продолжить, не остановиться. И каждый к нам может присоединиться. Красиво, модно и стильно. Нет для нас слова «нельзя», «не посильно». Хочешь прическу, свой стиль, макияж? Тогда отправляйся в наш стильный вояж. Мода, журналы, новинки, приемы. Здесь правит мода, фэшн-законы. Ты парикмахер, стилист, визажист? В деле ты мастер, в душе анархист? Тогда приходи и пройди мастер-класс. Стань модным и стильным среди серости масс. Искусство не только Шекспира, сонеты. Искусство – картины, пейзажи, портреты, где в каждом мазке вдохновение и краски, мечты и желания, вопросы, подсказки. Хочешь художником стать? Не вопрос. Беги в молодежку, коль духом дорос. Здесь вам кубизм, романтизм, реализм, выставки, арты, Ван Гог, классицизм. Здесь каждый творец и любую из Джоконды рисует шедевр музея для фонда. Каждая жизнь мгновение счастья. Солнечный день или сумрак ненастья. Можно мгновение остановить, запечатлеть, захватить, уловить? Можно. И мы говорим это прямо. Есть для того у нас суперпрограмма, где вместо хвоста объектив и штатив. Нет, не шпионом и не детектив. Это фотограф, знакомый волшебник. Он вас научит держаться на гребне. Есть что-то доброе в каждом из нас. И действовать нужно здесь и сейчас. Мы готовы творить добро снова и снова. Каждый день, не только в год волонтеров.